Волонтерская деятельность в частном приюте Николая Ивановича распределена четко. Один волонтер у нас готовит на кухне продукты питания. Леночка у нас, как всегда, занимается подготовкой вольера к зиме, ремонтирует вольеры. Ну, ремонтируем, приходится разбирать поддоны и уже, как говорится, голь на выдумке хитра. Да, делаем, подготавливаем, утепляем. Ну, а я уже кормлю животных, занимаюсь выгулом проблемных собачек, которые здесь есть еще в этом приюте, которые диковатые. Вот так у нас кипит работа в частном приюте Николая Ивановича, где собачки всегда накормлены, всегда выгулены, напоены и, будем так говорить, одарены нашей любовью. Любовью, которую ни за какие деньги не купишь. Любовью со стороны животных. Ну, вот так все идет каждый день своим ходом, своим чередом.